Рождественское послание святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла. Возлюбленные о Господи архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова. Ныне Церковь Небесная и Земная торжествует, радуется пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к человеческому роду. С духовным трепетом слушаемся и мы слова песнопения: «Христос рождается, славите, Христос с небес срящите». Это из массы канона Рождеству Христову. С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где у убогих яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец. Воистину днесь свершилась верия, благочестие, тайна Бог, явися во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной мере постичь, как же тот, кто является источником жизни для всего существующего, согревается ныне дыханием животных. Создатель блажен Вселенной смиряет себя, принимая образ творения. Сын Божий становится Сыном Человеческим. Не исследуя, как это предупреждает святитель Иоанн Златоуст, где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нищел и спас. Все поминуется Богу. Сегодня рождается сущий, и сущий становится тем, чем он не был. Будучи Богом, он делается человеком, не переставая быть Богом. Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его непереходящем духовном смысле и ключевым значением для всего человечества. И это верно, но важно осознавать еще и личные измерения, которые имеют для каждого из нас тайна Боговоплощения. Ведь не случайно мы обращаемся в молитвах к Господу, называя Его Своим Спасителем. Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолевать в себе зло, как бы настойчиво он ни старался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и повредивший человеческую природу, невозможно побороть никакими духовными практиками и психологическими тренингами. Лишь Бог способен исцелить и восстановить в первовозданной красоте всего человека. Для чего же Господь наш облегся плотью, задается вопросом преподобный Ефрем Сирин, и отвечает: для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы, и чтобы исполнилась и познала дары благодати, дабы люди как бы на крыльях возносились к Нему и в Нем одном находили успокоение. Воплощение Христово освобождает от рабства греху и открывает путь по спасению. Я свет и пришел в мир, чтобы всякий верующий у меня
не оставался во тьме, свидетельствует Христос. Подобно яркой вифлеемской звезде, приведшей Богомладенцу Иисусу восточить мудрецов из далеких стран, мы, христиане, будучи истинными сынами и дочерями света, призваны освещать этот мир светом веры, дабы окружающие, видя пример нашей стойкости и мужества, долготерпения и духовного благородства, великодушия и нелицемерной любви к ближним, прославили Бога в день посещения. Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезни, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прощение милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал свою помощь врачам, всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни. Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога. А потом мы без ропота приемлем и постигшие нас испытанием, ибо аще на Него надеяться будем нам в освящении, яко с нами Бог. Как возбивает в эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, как вифлеемские ясли, с благоговением восприняло пришедшего в мир Спасителя. Не тесно Богу в сердце человека, ибо оно исполнено любви. Делатель любви будет сожителем ангелов и со Христом воцарится, свидетельствует преподобный Ефрем Сирин. Пусть святые дни праздника станут для нас особым временем для совершения добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим родчивого Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий. Да просветит Господь светом познание своего народа земли, да благословит их миром и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящие и будущие планеты, да ниспошлет родившийся Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, да оградит молодежь нашу, да и всех нас от грехов и опасных ошибок. Еще раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со святозарным праздником Рождества Христова и желаю всем крепкого здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога, света истинного, и же просвещает всякого человека, беря душу в мир. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и вся Русь.